Как насчет некоторых травяных чаев? Например, ерба мате. Это латиноамериканский травяной чай, в состав основных ароматических соединений которого входят химические вещества, которые пахнут как моча, нафталин, пот, сыр, навоз и запах тела. Ну, с таким вкусом он, по крайней мере, должен быть хотя бы полезен, не так ли? Кто говорит, что вреден? Кто за то, что безопасен? Полезен? Высокий уровень канцерогенных, полициклических, ароматических углеводородов. Это те же самые канцерогены, которые содержатся в курином мясе на гриле. Употребление вредной пищи оказывает оскверняющее действие. То, что наносит вред телу, постепенно разрушает и душу.